Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать книги, по которым я читаю сказки и истории для детей. Первая книга – это «Сказки и картинки», автор Сутеев. Это очень интересная книга, она подходит для детей младшего возраста, для тех, кто ходит в садик, и даже для тех, кто еще не ходит в садик. Здесь очень интересные картинки, но картинки я не показываю. Я в основном читаю историю, чтобы было интересно. Вот книга очень интересная, мне очень нравится. Для детей постарше, те, которые уже ходят в школу, будет интересна вот эта книга. Автор Виктор Драгунский, называется «Денискины рассказы». Она очень интересная, очень увлекательная. Вот те, кто ходят в школу, для школьников очень понравится. Здесь о дружбе, здесь о родителях, вот о всем обо всем, о школе, об отношениях в школе, там о учителях. Прям очень-очень интересная книжка. Я ее начала читать, еще прочитала вам не все, но прочитаю, планирую прочитать всю книгу. Вот так что вот эта книга очень интересная и увлекательная. Еще я читала вам Михаила Пришвина «Рассказы». Здесь тоже очень интересная книга. Михаил Пришвин пишет о том, какие в лесу животные. Он пишет о природе, он пишет о зверях. Это очень интересная тоже книжка. Я выбрала то, что более понятно написано, то, что более интересно, потому что здесь есть такие слова старинные, которые уже сейчас мы не употребляем. Вот, тоже очень интересная книга. Еще мне нравятся стихи. Стихи я взяла вот с такого вот учебника. Это учебник за 4 класс по литературе, автор Бунеев и Бунеева. Часть первая, часть вторая. Здесь мне очень нравятся некоторые стихи. Те, которые мне понравились больше всего, я прочитала. И я вам дам ссылку внизу, там выложу. Вот это очень интересные стихи. Те, которые стихи мне не нравятся, или которые трудно читать, или где нет рифмы, я это не читаю и не хочу даже как-то делиться, мне неинтересно. А те, которые мне нравятся, которые мне вот очень-очень интересные, которые там и рифмы, и складные, и веселые, я стараюсь прочитать, стараюсь вам об этом рассказать. Вот, если у вас есть какие-то пожелания, если вы хотите какие-то услышать стихи, ваши любимые сказки, какие-то истории, рассказы, то выкладывайте, пожалуйста, в комментариях или ссылку, или название с автором, да, чтобы я смогла найти этот учебник, эту книгу и прочитать вам. Я с радостью прочитаю, если найду, конечно. Вот, и мне будет очень интересно. Ну вот и все, пока. Спасибо.